2478 популярных видеороликов на моем канале на утро 18 октября 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что определить количество популярных видеороликов на моем канале невозможно самостоятельно, потому что самих видеороликов много. 10 дней назад мой канал прошел рубеж 70 тысяч опубликованных видеороликов. И как среди этой массы определить, какие из них популярны, а какие нет? Да никак. Но дело в том, что это и не нужно делать, потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов, избавляя от ненужных хлопот. Так как я часто использую данные, информацию с этого агрегатора, то, конечно, я благодарен YouTube за то, что у него существует этот агрегатор. Ну и, естественно, я говорю спасибо, да.